Привет. Давай, Боря, сегодня. Сегодня рано он домой пришел. Такой уже большой он у нас. Так, а я почему-то не могу себя найти. Не выходит у меня в просмотры. Так, Оксаночка. Мне показывает, что люди уже есть, а у меня почему-то не выходит, не могу себя. Да. А он у вас не убегает? Нет, он не убегает, он у нас ходит, причем по всей территории дома. По участку, а участок здесь большой. А сегодня вообще соседи его принесли. Поэтому как так, смотрите-ка. Ребятки, смогу писать только так. Да, ставим лайки. Кому не жалко. Зайка прелесть. Ага, такой уже у нас большой. Скоро совсем большой будет. Его пока гладишь, он сидит. Но, слушайте, они так смешно заваливаются. Они когда набегаются, они ложатся уши в одной стороне, лапы в другой стороне. И это не все так. Ребятки, мне придется читать вопросы вот здесь, потому что у меня не заходит. А, вот, все, зашло. Все, ребят. Давайте с вами, знаете, сегодня поговорим на какую тему? На тему время, чтобы не отражалось у меня. Меня сегодня спросили, а что же есть самое важное в этом мире? А с чего все измеряется? Что значит единица измерения? Кто это единица измерения? Это единица измерения человек? И знаете, наверное, единица измерения – это время. Потому что только время решает, насколько вы здесь, насколько вы проявлены в этом мире. Только время. Вот смотрите, вот я глажу уши кролика, да, зайчика, и вот глажу их потихоньку, и вы все это видите. Но если я буду это делать быстро, и чем быстрее я это буду делать, и могу сделать это так быстро, на перемотке, например, вы можете посмотреть, что будет просто вот так, а потом просто будет в точку идет все. И это будет говорить о чем? Что когда уйдет все в точку, вы это не увидите. Как будто этого нет. И время, оно определяет вообще, есть это или нет. Вы часть этого времени. Вы есть время. Если, например, я сегодня как раз сидела, смотрела на остановке,
сидела и наблюдала за тем, как едут машины. И ехал очень медленно автобус. И вот он ехал очень медленно, и за счет того, что он ехал медленно, он занимал практически всю картинку собой. Его можно было рассмотреть, что это за автобус, каких он объемов, какого он цвета. А рядом проехала машина, и быстро. И вот она проехала быстро, и в этом кадре ее было очень мало. Ее было настолько мало, что, в принципе, она даже не запомнилась особо. Но была и была машина. А следом проехал мотоцикл. И он прям пронесся моментально быстро. Настолько быстро, что про него даже, на него даже акцент можно было не делать. Потому что он сейчас есть, и уже через секунду его нет в кадре. В кадре восприятия зрения. И у нас с вами же жизнь так идет. Очень часто бывает, что люди недовольны тем, что они не видят результаты своей работы какой-то. Результаты своего труда, результаты своего делания, своей осознанности, неважно чего. Но они все время торопятся. Я вот хочу быстрее. Можно вот какую-нибудь таблетку, а можно как-нибудь быстренько почиститься. А можно как-нибудь быстренько перейти на пранаедение. А можно как-нибудь быстренько просветлиться. А можно как-нибудь быстренько там то-то-то-то-то. И когда вы убыстряете те моменты, любые моменты, это даже момент может быть там, я хочу быстрее заработать денег, я хочу быстрее похудеть, потолстеть, исцелиться, отрастить волосы, отрастить зубы, там еще что-то, неважно что. И все хочется в раз, все хочется быстрее. Но что такое быстрота? Быстрота – это то, что не существует. То есть вы, получается, не живете в том временном отрезке, который подходит для вашего физического тела, для вашего восприятия, для вашего мира. И когда вы хотите быстрее, чем есть в вашем мире, то есть если в вашем мире что-то не случается, чего вы хотите, значит, оно еще не время этому случиться. Если вы пытаетесь это как-то убыстрить, то вы упускаете тот момент, момент наслаждения собой как контентом этого времени, как молекулой, как пикселем, как частичкой этого времени. И поэтому, когда что-то случается, у вас наступает очень быстрая радость, которая проходит. И эта радость, она проходит настолько быстро, насколько быстро вы начинаете себе делать следующую цель. Следующую цель, чтобы идти дальше к ней, чтобы захватиться еще за то ощущение, которое вы только что испытали, но оно было кратковременным. И когда вы начинаете вот так вот гнаться за чем-то, вы выскакиваете из своего временного сегмента, из своего временного поля. И как только вы выскочили из своего временного поля, вы перестаете чувствовать ту гармонию, тот релакс, которым вы являетесь. А что у меня с микрофоном? Я не знаю. Кролика здесь нет, ничего, все тишина. Вот просто висит телефон и все. Ничего нигде не шуршит. Цикады на улице только. И все. Ничего не было. Не знаю. Не знаю, что это такое было. Телефончик уже у меня старенький, поэтому. Вот. И когда вы выходите из своего временного сегмента, ваша временная плотность и моя, либо какого-то другого, она у всех разная.
не воспринимается нечеловеческим глазом, только человеческим телом, если вы знаете свое тело. И вот когда вы находитесь вот в том состоянии, в состоянии временного себя, то тогда вы проживаете через тело каждое свое ощущение, каждую точечку того, что есть в вашем теле, что есть в вашем мире, что есть в вашей плотности, что есть ваше время. Вы становитесь той жизнью, которую проживаете. Вы становитесь этой жизнью. Вы живете жизнь. Вы есть эта вся жизнь. Вы тогда просто вот так вот идете в унисон сами с собой, со своей плотностью, со своей реальностью. Только тогда, когда вы перестаете бежать за чем-то, что мне нужно быстрее. Вы можете делать вообще все что угодно. Вы можете бежать за чем угодно, вы можете хотеть что угодно, но если у вас есть желания, которые не случаются здесь и сейчас, это говорит о том, что у вас голова ушла туда, а весь ты остался вот здесь вот, разъединились в плотностях. И вам нужно не быстрее вот это вот копытами рвать, туда бежать, а вам нужно уплотнять свое тело, понимать свое тело, чтобы чувствовать, где вы сейчас находитесь, чтобы ваши желания, они были уже вами. И когда ваши желания становятся вами, не что-то за вами, я хочу вот это, то, что мне не принадлежит, а когда ваши желания становятся вами, то есть у меня это есть, потому что мне это нужно на данный момент, потому что мне комфортно в этом на данный момент, потому что для меня это на данный момент приемлемо. И вот когда вот это становится вами, то вы идете тогда в унисон с самим собой. И это можно достичь, только познав себя, кто я есть, что я есть сейчас, что я есть. Потому что очень часто бывает, что мы познаем, мы начинаем смотреть мультики, навязанные общепринятыми какими-то фрагментами. То есть вот это хорошо, вот это можешь видеть, вот это не можешь видеть, вот такое вот не существует, а ты увидел, там еще что-то. И стремятся очень многие вот в эти мультики, в 5D, в 10D, чтобы из этой как бы серости уйти туда, в мультфильмы чего-либо. Но только поглотив вот эти вот огромное поле мультиков, ты начинаешь понимать, кто ты есть, и обратно сворачиваешь. То есть смотрите, что я есть, что вообще, где все. Это точка. И когда ты начинаешь познавать эту точку, ты уходишь в эту точку и становишься линией. Как только ты становишься линией, ты идешь ввозь, в спираль. Как только ты идешь в спираль, это идет объем. Как только ты познаешь объем всего, то тогда у тебя идет успокоение, идешь обратно в линию и с линии в точку. Это и есть та спираль, которая и есть эта планета Земля, которая соприкасается с другими планетами тогда, когда временной контент совпадает. Не знаю, насколько это понятно объяснило, насколько это интересно. Сейчас, ребят, почитаю ваши вопросы. Есть фильм, так называется, «Время», очень интересный. Угу. Кролик хорошенький, да. Что-то шумит в микрофон. Ребят, не знаю, вот сейчас, говорите, не шумит, но ничего не трогала. Там быстро кто-то играет. Светлана, есть внутренний зов. Иду, жду чего-то своего. Понимаю, что у каждого свой путь, и вот и я иду по своему пути. Сейчас вы мне помогаете на данном этапе. Благодарю. Можно напутствие? Глубоко в себя. Смотрите, у нас даже... У нас даже тело,
У нас тело как планета, как этот мир, как галактическое пространство. Но мы очень часто это не замечаем, хотя это идет наружу, да? Все выходит, все в открытом доступе. И мы пытаемся настолько выскочить наружу из себя, мы настолько пытаемся увидеть то, что не в нас, а за нами, думая, что то, что мы увидим там, это и есть что-то большое, что-то истинное, что-то туда, куда нужно идти. И очень редко внутрь себя окунаемся. Но наше тело, оно устроено так же. То есть у нас есть разные органы, и когда они начинают там шалить, болеть, то мы начинаем что делать? Мы начинаем уходить в себя, исследовать себя. И очень часто один из наших органов, да, это глаза. Глаз – это вообще единственный орган в человеческом теле, который частично состоит из мозга и который находится в головном мозгу. Глаз, он находится в головном мозгу. Вот. И сетчатка глаза – это уже есть мозг. Там существуют нейроны, и нейроны, от которых отходят аксоны, маленькие аксончики, которые напрямую идут в зрительную кору, которая участвует в анализе того, чего мы видим, причем в перевернутом состоянии. То есть мы видим мир, и вот здесь вот он у нас переворачивается, и мы видим так, как мы видим. И здесь тоже вопрос, а какой же он истинный, перевернутый или тот, который нам воспроизводит уже наш мозг? И глаз, он сам по себе уже нейронная сеть. У нас здесь есть нейронная сеть, здесь есть нейронная сеть, и здесь есть нейронная сеть. И эта нейронная сеть, состоящая в глазу, из больше, чем 300 миллионов нейронов. Представляете себе? То есть это больше, чем звезд нашей галактики. А связи между ними, между этими нейронами, между вот этими нейронами, сравнимы с числом, наверное, звезд на нашей Вселенной. Наверное, так. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим увидеть то, что не в нас, наше тело даже нам показывает, что мы можем видеть то, что не в нас, то, что мы видим, мы это все равно преображаем внутри себя. То есть самый главный вот этот вот конвектор, самый главный генератор, который делает нам наш мир, он все равно стоит не за пределами нас, он стоит только в нас, в самих. И поэтому тот мир, который вы формируете, он формируется не от изученного вот того, что вы там делаете, а то, что вы делаете, что вы видите, что вы слышите. А что бы вы ни увидели, что бы вы ни услышали, у вас все формируется в любом случае в вас, конвертируя это под вас. Это нам говорят и наши внутренние органы, и наш внутренний мир. Зубы можно отрастить? Можно отрастить. Зубы растут, ребят. Зубы растут, и у любых людей зубы растут, если четко понимаешь, зачем это тебе. Зачем это тебе? Если ты просто хочешь кого-то порадовать, сказать там, о, у меня зубы выросли, то так не работает. А если ты понимаешь, что тебе нужно для определенных вибраций, то тогда вот осознанная смена зубов. Но не обязательно все. Это серьги от микрофона. У меня нет микрофона. У меня только на телефоне. Телефон подальше стоит. Время удивительно. Давно наблюдаю, как можно усилить или растягивать время. Да.
все внутри нас, абсолютно. Что надо употреблять, что так говорить? Прану. Да. Сейчас будут на плейтмаркетах, прану искать. Слан, огромная благодарность. И вам, ребятки, огромная благодарность. Задавайте вопросы, и я пройдусь по вопросам. Если вопросов не будет, то я сегодня скручиваюсь, потому что у нас еще идет марафон с ребятами по переходу на другой образ жизни. И там мы как раз тоже затрагиваем это время, и когда мы говорим, что чтобы перейти на другой образ жизни, никуда мы не гонимся. Поэтому у нас идет такой длинный, чтобы не угнаться за чем-то, не познать все лучшее сразу, а чтобы понять, как это работает, как работаешь ты сам. И когда ты понимаешь, как ты сам работаешь, то тогда тебе очень легко. И вот у нас уже сколько там, какой день? 10, 12, 20 мы начали, в общем, 20 августа мы начали. Вот. И у меня ребята в абсолютной легкости идут без еды, на водичке, сухие периодически. И это не от того, что мы идем через какую-то аскезу, а мы наоборот познаем себя, насколько это прекрасно быть в другом состоянии. И я вас уверяю, что как минимум 21 день никому не захочется экспериментировать с собой, как-то ломая все это. А возможно и дальше, потому что это именно другой образ жизни. Другой образ жизни, когда ты не возвращаешься в то, что у тебя уже было, что тебе уже неинтересно, зачем в это возвращаться. Ты идешь уже в другого себя. Слан, огромная благодарность. Спасибо, ребят, для меня это прям очень приятно. Благодарю. Как выйти на осознанное голодание хотя бы кратко? Ну вот, я как раз об этом... Мы об этом с ребятами говорим на марафоне. То есть, чтобы выйти на голодание, не нужно идти на голодание. Нужно понимать, кто ты. Когда ты понимаешь, кто ты начинаешь себя занимать другими моментами. Другими моментами — это не искусственно придумывать себе какое-то занятие. Ой, я сейчас буду тут крючком вязать, и мне будет некогда, и я перестану есть. Это вообще не про это, вообще не работает, ребят. А про то, что когда ты себя познаешь, познаешь, что с твоим телом происходит, почему так происходит, что происходит вот в эти периоды, почему я себя так веду, почему мир ко мне так обращается, почему мир мне это транслирует. И когда ты вот в это во все заходишь, когда ты в этом начинаешь быть, то тогда твой мир меняется, ты выходишь в следующую плотность себя, где уже другие интересы. Там нет вот этих вот низменных интересов. Ой, побыстрее, что бы съесть, а что бы попить, а что бы там вот это сделать, а кого бы там дерануть, а кого, что-нибудь там еще. То есть вот этого вот говнища уже не хочется, вот это вот. Не, уже хочется что-то такое, что есть я. Убирая вот это вот... первобытные диалоги, считание себя крутым. Потому что кто ты есть? Всегда никто. А есть ли ты? А если ты есть, то ты есть на основании чего? В соотношении с чем? Кто это выяснил, что ты есть в соотношении с чем? И вот это, когда ты начинаешь задавать себе эти вопросы, особенно эти вопросы начинаешь задавать себе самостоятельно, либо через проводника, который тебе это подскажет, подсветить под другим углом, которого ты не видишь, то ты очень часто начинаешь, то ты это эго растворяется. Эго не может ответить на многие вопросы. То есть ты уже понимаешь потом, а кто задает эти вопросы? А кому надо отвечать-то? Кто отвечает и кому отвечает? Кто задает вопросы, кто отвечает и кому отвечает?
и кто от этого испытывает наслаждение? Либо печаль. И ты возвращаешься в точку ничего. Будет ли встреча в Сочи? Да, я думаю, да, будет, наверное, встреча в Сочи. Ребят, сейчас посмотрим. Я не хочу делать встречи в Сочи, где это, например, там, где я есть, да, платные. Вот. Поэтому как только у меня появляется сделать их безоплатными, то я, конечно же, с удовольствием делаю. Вот. А в других городах у меня просто нет возможности их сделать безоплатными. Поэтому я их стараюсь не делать. Мне все-таки... Я вижу, что встречи, они должны быть безоплатными. Когда ты приходишь побыть в этой атмосфере, в этой энергетике, задать вопросы, на которые получишь ответ. А уже есть же платные продукты, которые другие, и поэтому у меня не ложится, когда платные встречи где-то проводить. Поэтому куда-то ездить на платные встречи я не хочу, потому что они должны быть безоплатные. А в Сочи, конечно же, они будут, как только я смогу снять зал, я всех оповещу, вот, и будет встреча, конечно, будет. С огромным удовольствием. Так, окружение с дьяволом. Почему вы носите очки, Светлана? Это очки компьютерные, потому что у меня здесь лампа, чтобы меня было видно, и два телефона. И у двух телефонов у них разная матрица. И чтобы я вот с одного на другое, тут лампа, это просто это компьютерные очки, обычные с поляризацией, чтобы просто не отражалось. Чтобы глазкам было приятнее. Осознанное голодание – это выход на диалог с собой. Да, не обязательно. Поверьте, я могу и мясоеда, который употребляет алкоголь, вывести на диалог с собой. Почему нет? Это же, смотрите, Светлана, где можно найти информацию о марафонах? Недавно познакомилась с вами, очень интересно. Под каждым видео есть, там открываете «еще», будет слово «еще». Нажимаете, там такой развороток идет, и там в топлинке есть вся информация. Вот. И там можете посмотреть. Либо просто в поисковике забить Лаврова Светлана топлинг. Лаврова Светлана, например, там психолог топлинг. Вот. И там уже откроется. Если человек готов, вы и через экран хорошо трансформируете. Спасибо большое. Да, вот смотрите, еще такой момент тоже. Вы же все прекрасно знаете, да, что я сейчас прохожу обследование, исследование. Вот. И у меня было обследование головного мозга, головы. Вот. И у меня, ну, в принципе, кто меня видел вживую, те знают, у меня сама голова, она очень маленькая. Она прям, я не знаю, видно или нет там, что даже вот она здесь вот эти вот. То есть она... Размер головы у меня как детский. Вот такой вот он. Просто на экране же не видно, там весь экран и все как нормальный большой человек. Вот. И у меня получается... У меня это есть заключение еще в детстве оно было у меня сделано. Ну, как в детстве, в 13 лет. В 11 или в 13 лет. Вот. И сейчас вот это вот... еще раз прошла, как бы сказали это немножечко более модными словами. Вот. И результат такой, что у меня получается, как голова, коробка, черепушка, немножко давит на головной мозг. Но не то, что давит, а он как бы получается в таком не в свободном полете. Вот. И за счет того, что он не в свободном полете, у него получается, что у него активирована не только какая-то определенная часть,
когда в свободном. А получается, что он всегда как кнопочка работает целиком. И за счет того, что как кнопочка работает целиком, и выходят другие волны из головы, как у не такие, как у среднестатистического человека, да. Вот. Ну и, конечно же, кто делал вот это вот заключение, понятно, что она была не в курсе, для других людей делалось заключение. Вот. И она, конечно, посмеялась, ну, типа, вы наверное, этот, вам доступны, или как она сказала-то, вам доступны экстрасенсорные способности, если вы в них верите. Ну, я ничего, конечно же, не стала отвечать, я понимаю, о чем она говорит. Вот. И эти моменты, они, понятно, что они с детства есть, с детства присутствуют, и я эти образования получала, наверное, в поисках того, что я вижу. И сейчас уже я понимаю, что на сегодняшнем этапе, то есть почему я сейчас пошла в изучение, в следующее образование, изучение анатомии, изучение кинезиологии, потому что, например, я вижу, что у человека с органом, что у него с органом, я его могу почистить, я могу ему поменять цвет, я могу его как бы смять, убрать. Но так как я не очень хорошо знаю анатомию, давайте так назовем, и весь механизм нашего тела, то я стараюсь вообще туда не лезть и даже ничего не говорить человеку. Но я понимаю, что если я это вижу, если я это... Если есть такое, наверное, такой момент, то я могу этому человека направлять на это, но только в том случае, если я буду знать четко, что, например, это вот этот вот орган, который стоит, например, за вот этим сухожилием, если потянуть вот это сухожилие, то оно даст вот такую реакцию, там, например, на какую-то мышцу. И если эта мышца даст реакцию вот на это, то следующий орган, который она держит, даст вот такой-то результат. И когда я это буду видеть, когда я это буду понимать, когда я это смогу объяснить как минимум сама, себе сама, то тогда я это смогу и транслировать. Вот. Именно поэтому я пошла на обучение, чтобы вот эти моменты выводить наружу из себя. Потому что все время вам говорю, что вы себя жадничаете, да, а сама в такой же ситуации получилась. Вот. Это на вопрос ли зачем? Благодарю, Светочка, привет, родная, благодарим. Ой, Танюшечка, привет, моя девочка. Ставим лайки, это продвигает трансляцию. Да, игрок, спасибо. Была инфа, что если тело не готово к выходу истинного я через себя, через я себя через тело, аватар, то тело трещит, можно перегореть и сильно заболеть. Как вы считаете? Ну, конечно. Да, поэтому тело очень важно, какое оно у нас. И когда вы выходите на другой образ жизни, на другое питание, на другую физическую активность, неважно на что, оно у вас готовится к следующему этапу восприятия. И это всегда так. То есть вы физическое тело тоже готовите, чтобы ваши же внутренние вибрации, которые пойдут наружу, чтобы они вас не порвали. Это действительно так оно и есть. Спасибо за сердечки. Ну что, ребятки, вопросов больше нет. Я сегодня тогда сделаю такой вот коротенький, да, потому что мы с вами уже совсем скоро увидимся. И еще скоро вам тоже какую-то, ну, кое-какую новость расскажу. Но чуть позже. Вы даете очень емкую информацию. Спасибо большое. Человек живет тем, во что верит. Он делает вид, что он живет, делая вид в то, что он верит. Потому что верить во что-то, это не говорит, что ты этим живешь. То есть, когда ты во что-то веришь, ты все время идешь в разочарование, в напряжение, все время в напряжение. Потому что если ты не знаешь это, то есть, например, если я знаю, что вот это вот цветы, да. Я их знаю, что цветы, и знаю, мне больше ничего не надо, все, я знаю, что цветы, и больше я на это внимание, энергию, ничего не трачу.
Но когда я не знаю, что это, и мне сказали, это цветы, а я не знаю, что это цветы, я в это верю, то я тогда все время в каком-то напряжении жду, чтобы кто-то, где-то, что-то, какой-то знак был, чтобы подтвердили, что это цветы. Но это как, знаете, когда вот это вот очень много-много всех разговоров о Боге, да, вот, я ни в коем случае не принижаю никакие религии, никакие конфессии, пожалуйста, это каждый, выбор каждого. Но очень часто бывает такое, что люди верят в Бога, они не знают, что Он есть, а у них нет четкого принятия, что это там я Бог или есть Бог или еще что-то. Они просто верят в Бога. И когда веришь в Бога, ты пытаешься вот все время в напряжении быть, чтобы тебе что-то дало какой-то знак, что он все-таки, что твоя вера, она не беспочвенная. И от этого напряжения ты перегораешь неосознанно. Там в церковь пришел, после церкви там должно что-то случиться, там, или в церкви что-то случится, или там еще. Это бывает даже где-то неосознанно, что ой, да, вот там вот в облаках я там увидел ангела, там еще где-то увидел это. И это не говорит о том, что ты этого не видишь, ты это можешь видеть, но ты все время пытаешься прямо как губка впитать какие-то знаки, подтверждения, потому что у тебя нет знаний, что это есть. У тебя есть только вера, что это есть. А вера — это не есть знание. Вера — это всегда только то, о чем ты не знаешь, что в твоем мире не существует, но ты веришь, что оно где-то есть. Поэтому это всегда напряжение, которое тебя съедает. Поэтому не всегда и бывает такое, что через веру человек живет. Есть вера в себя. А зачем вера в себя? Ты же и есть ты. А зачем тебе в себя верить, если ты... Значит, ты себе где-то не доверяешь, такой, я верю. А когда мы говорим, что я верю, чтобы человек понял, что я верю, что... потому что ты где-то не веришь или еще что-то. То есть, например, если я сыну там что-то говорю, и это априори в моем мире априори, то я ему не буду говорить, поверь мне, я не вру. Но это само собой разумеется, то есть я это даже добавлять не буду. А если ты знаешь, что где-то есть какой-то подвох, то ты тогда уже, да, это вера, ну поверь, я верю в себя. Потому что у тебя есть недоверие к себе, поэтому ты начинаешь верить в себя. А если ты уже изначально понимаешь, что я есть все, у меня не может что-то не быть, у меня не может там вот это, то тогда тебе вера в себя не нужна, потому что ты уже есть у себя, ты уже есть тот костыль, на который ты опираешься, ты есть тот... ствол, тот посох, тот стержень, на который ты опираешься, это ты. Огромная благодарность. Как проведете ночь? Ну, у меня работы много. У меня же еще ребята, которых я веду, не только из России, у них время другое. Согласен, религия, вера, напряжение. У меня был рак. Врачи дали неделю жизни, и ко мне пришел Иисус. Жизнь вечна, и я живу уже 20 лет, и 7 раз видела Иисуса, с ним общалась. Но у тебя же не вера в него, а у тебя знание в него. То есть я не говорю, что он точно есть или его точно нет. Я говорю конкретно про твою ситуацию. То есть в твоей ситуации... нет веры, в твоей ситуации есть знание, ты его видел. Кто-то может сказать, что это был бред, кто-то может сказать, что это было видение, кто-то... Неважно, кто что скажет, неважно, кто как это интерпретирует. Важно только то, как ты себе интерпретируешь. Ты интерпретировал, что он к тебе приходил. Ты не веришь, что он приходил к тебе. Ты не думаешь, что он приходил, а ты знаешь. То есть это твои знания, которые ты взяла со своего же поля, со своего же мира и укрепила их в себе. И этими знаниями ты дала себе следующий этап жизни. Не потому что, ну, может быть, так попробуем, а ты четко сделала ту ступеньку, на которую ты встала и пошла. То есть ты себе не придумала какую-то ступеньку, думаешь, ой, сейчас стану, она как ватная растворится, она стану, она там как облачко отлетит, там еще что-то. Ты четко понимаешь, что ты даже не думаешь, что я сейчас встану и пойду. То есть тебе дали ступеньку, ты встала и пошла. И в твоей жизни он был знанием твоим, не верой твоей. Понимаете, в чем разница? Если бы ты лежала и думала, что я верю, что сейчас ко мне кто-то придет, напрягалась бы и думала, я верю, сейчас ко мне кто-то придет.
то, может быть, там сознание бы что-нибудь выплюнуло тебе, а может быть, что-нибудь и не выплюнуло бы. И ты бы вот в этой вере бы, что непонятно бы, что было. Но когда это с тобой вот случилось, неважно каким образом, это вообще неважно каким образом, то есть это было видение, явление, еще что-то, мы сейчас не это разбираем, мы разбираем то, как ты для себя это знаешь, что ты его видела, это твое знание стало, твое знание, все, все, ты воткнула этот штырь вот в это и пошла дальше. Это твой мир. И у каждого, если каждый сейчас себе будет развивать не веру во что-то, а знание самого себя, то он и будет просто идти по своим знаниям, потому что знания — это его, будут, его ступеньки к самому себе. Так, депривация сна — это конёк, наверное, лучше после сухого голодания. Да, вообще голодание лучше не делать. Переходите на другой образ жизни, не надо будет вам ничего искусственно убирать, ни еду, ни сон, ничего. Тогда будет естественный процесс новой жизни у вас. Ступенька либо вверх, либо вниз. Это тоже либо вверх, либо вниз. Это, смотрите, это тоже критериальность. Что такое вверх, что такое вниз. Когда он говорит, ой, там на высоких, кто-то там на высоких вибрациях, вот он пошел вверх. А я чувствую, что как только идет новый уровень, ты блин, и проваливаешься. Проваливаешься. И ты проваливаешься в глубину. А глубина внизу или вверху? Где глубина? Как ты можешь провалиться в глубину? Когда ты проваливаешься, если ты проваливаешься в глубину вниз, то почему ты тогда на высоких вибрациях? А если ты проваливаешься вверх, ты не можешь провалиться. Это тогда уже сила притяжения другая работает. Поэтому то, что мы говорим вверх и вниз, это всего лишь, наверное, какая-то критерий, чтобы просто человек что-то понял. Но это не является тем, что ты чувствуешь. Бог, которого нет прямо сейчас и всегда, это просто иллюзия. Иллюзия — это тоже иллюзия. Ты сюда загружен в эту временную плотность, чтобы познавать не то, что вне тебя, а то, что познавать внутри себя. И как только ты будешь отвлекаться на иллюзорность того мира, который ты себе оправдываешь иллюзиями на основании своего восприятия знаний и социального прессинга, то это не говорит то, что это будет сочетаться с тем, что с твоей глубиной, с твоей точкой тебя. Куда внимание, туда энергия. Угу. Так, а теперь смотрите, эту фразу просто настолько изъезженная, настолько излюбленная гуру-гурскими, учителями учителей, ученых, учителяшеньких. Вот. Что только они говорят, куда внимание, туда энергия. Внимание кто дает? Кто отправляет внимание, кто наблюдает за вниманием, кто распределяет энергию по струне внимания? Кто определяет критерии, сколько внимания осталось в вас, сколько внимания перешло на другой объект внимания? И как распределилась эта энергия? Сколько энергии перетекло с одного внимания на другое? Достаточно ли той энергии, чтобы реализовалось то, куда отправлено внимание? А может быть, смотреть шире, что нет никакого внимания? Есть только ты, которая и есть внимание. Его не нужно
отправлять куда-то. Ты и есть само внимание, и сам результат этого внимания. Другой образ жизни – это что именно? Другой образ жизни – это, ну, в нашем случае, другой образ жизни – это когда ну, ты его полностью меняешь, ты вводишь в свою жизнь то, чего у тебя до этого не было. Чаще всего что в жизни у 99,9% людей? На первом месте что стоит? Это еда, да? И от каких, в первую очередь, ты готов отказаться плюшек, чтобы перейти на другой образ жизни, на перейти к познанию другого себя? Я — это пустое присутствие, проявляющее все, что угодно. А проявляющее во что? И кто отслеживает это проявление? Да, тут много, можно много говорить. Но, ребят, вас никогда не обмануть, когда вы научитесь чувствовать себя. Так как вы чувствуете себя, вас больше почувствовать никто не сможет. И когда вы начнете чувствовать себя, вы становитесь чувством всего. А все вокруг — это есть только чувство, временное чувство. И вот это вот временное чувствование — это и есть все знания, которыми являетесь вы, вам их ниоткуда брать не надо, вы уже они есть. Ребят, я вас всех обняла. Всем огромная благодарность. И всех жду в Сочи на ретрит. И там будем переворачивать картинку не только вот здесь, вот отсюда и сюда. А мы отсюда будем переворачивать картинку и туда. Все, всем пока.